Здравствуйте, меня зовут Татьяна Зюликова. Я переводчик и преподаватель английского из города Екатеринбурга. И сегодня я хочу прочесть для вас стихотворение Генриха Гейне в переводе Алексея Толстого. Довольно. Пора бы забыть этот вздор. Пора бы вернуться к рассудку. Довольно с тобой, как искусный актер. Я драму разыгрывал в шутку. Расписаны были кулисы пестро, я так декламировал страстно. И мантии блеск, и на шляпе перо, и чувства. Все было прекрасно. Но вот, хоть уж сбросил я это тряпье, хоть нет театрального хламу, доселе болит еще сердце мое, как будто играю я драму. И что я поддельную болью считал, то боль оказалась живая. О, Боже, я раненый насмерть играл, гладиатора смерть представляя.